celebrate simply being alive. And I know I'm alone, but that is changing tonight. Something in the air is calling, and this time I'm gonna go with it. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Каждый день». Кафе «Арт-Пицца» желает вам хорошего настроения и продуктивной недели. Для вас очень хорошая новость. Кафе «Арт-Пицца» работает с 11 до 18.00. Устали от однообразной еды? Хочется чего-то вкусненького? Тогда подписывайтесь в Инстаграм. Телефоны службы доставки 71 40 40 888 471 40 40. О погоде на завтра. В Муртуке ночи плюс 14, днем плюс 32, солнечная погода. В Алге солнечно, ночная температура плюс 16, дневная плюс 32. В Хромтау ночью на столбике термометра плюс 14, днем плюс 30. В Бадамше солнечная погода, ночью плюс 13, днем плюс 29. И в Шалкаре ночью 23 градуса со знаком плюс, днем плюс 37. Центр DRC сдает в аренду помещение под бизнес по доступным ценам в черте города. Район Запказ-Ярмарка по проспекту Нокина. Цокольный этаж, цена за квадратный метр составит 1500 тенге. Первый этаж – 2800 тенге. Второй и третий этажи, цена аренды – 2000 тенге. Номера телефонов для детальной информации 807-520-1616, 837-720-1616. Главный санитарный врач области пожелала предпринимателям терпения, выдержки и дисциплинированности. Пятый этап послабления ограничительных мер должен был начаться 25 мая и продлиться до конца этого месяца. Но на этом этапе должны были снять самые основные ограничения в работе бизнеса. Таким образом, актюбинцы надеялись, что карантин у нас продлится до 1 июня, не более. Но анонсируемых на 25 мая послаблений не будет. Их перенесли на несколько дней вперед. Режим ЧП снят, но карантинные меры по Актобе не сняты. Эти ограничительные меры должны выполнять. Без повода на улицу не выходить. Если идете в места массового скопления, в закрытые учреждения, одевайте маски. Строго соблюдайте меры профилактики. Остается вопрос. Режим ЧП снят, а значит, у государства отпали основания для выплаты 42 500 тенге тем, кто остался без работы в этот период. Но из-за действующего режима карантина в Актобе для наемных работников предприятий, чью деятельность пока возобновить не разрешили, ничего не изменилось. Работать они по-прежнему не могут. А теперь еще и нет этих 42 500 тенге от государства. Чтобы такие работники получили минимальную зарплату, от работодателя последний должен оформить вынужденный простой на объекте. Но тогда с каких средств он будет платить работнику, если бизнес стоит? В сложной ситуации оказались и бизнесмены, и наемные работники.
Бухгалтерская и аудиторская группа компании «Профсервис» существует для того, чтобы вашей компании было легче и удобнее работать. По цене одного бухгалтера вы получаете целый штат специалистов. Соответственно, вы можете не переживать, что кто-то заболеет, уйдет в отпуск или уволится. Ваша бухгалтерия всегда будет в порядке с «Профсервис». «Профсервис» – качественно, конфиденциально. Заходите на сайт www.rpizza.kz или в раздел «Актуальное», чтобы выбрать на доставку то, что вам по душе. «Арпицца» всегда рада привести к вашему столу любимые блюда. Контактная и бесконтактная доставка, которая осуществляется с учетом всех норм санитарной безопасности. В черте города доставка бесплатная, часы работы с 11 утра до часу ночи. Телефоны службы доставки 71 40 40 8708 471 40 40. А я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Первом городском.